Нурсултан Назарбаев сегодня совершает рабочую поездку в Кызылординскую область. В регионе работает Айгуль Адилова, она на прямой связи со студией. Айгуль, добрый день, мы ждем свежих новостей о визите главы государства. Добрый день, Салтанат. Буквально в эти минуты президентский борт приземлился в аэропорту Байконура. Рабочая поездка главы государства в Кызылординскую область начинается именно отсюда. Запланировано, что Нурсултан Назарбаев ознакомится с работой аэровокзала, его пропускная способность 100 пассажиров в час. Главе государства будет доложено о стратегически важных задачах и перспективах аэропорта. А сразу после президент посетит мемориальный комплекс Хоркат-Ата. Памятник посвящен мыслителю, философу, сказителю, основоположнику казахско-смычковой музыки. Сюда съезжаются люди из разных уголков мира. Вообще, рабочая поездка главы государства ожидает быть насыщенной. Кызылординской области есть чем похвалиться. Увеличивается промышленное производство. Инвестиции в основной капитал региона превысили 110 миллиардов тенге. В эксплуатацию введено 379 тысяч квадратных метров жилья, что на порядок больше, чем в прошлом году. Конечно, все это стало возможным благодаря государственным программам, которые нацелены на улучшение социально-экономической составляющей региона. На данный момент у меня все. Мы следим за визитом главы государства в Кызылординскую область и обязательно будем сообщать в следующих выпусках новостей. Салтанат. Подробнее о рабочей поездке главы государства в Кызылординскую область расскажем в итоговом выпуске новостей в 21:00.